растет ребенок, и она спрашивает: папа, я в этом году могу пойти проголосовать? Я говорю: еще рано. А зачем вообще люди идут голосовать? Чтобы потом не было, так сказать, больно и обидно говорить, в стране что-то не так, а я не постарался на это повлиять. Каждый имеет право, каждый должен этим правом пользоваться, потому что выборы, во-первых, раз в 5 лет, во-вторых, это важно, и в-третьих, пожалуй, каждый несет ответственность за то, что происходит вокруг него. Молодежь Приднестровья должна обязательно проголосовать, потому что все в наших руках. И наш мир над головой, и наша Приднестровская Молдавская Республика. В руках молодежи. Каждый гражданин должен сделать свой выбор, тем самым показать, что ему не безразлична судьба государства, потому что нам, молодому поколению, дальше развивать, продолжать. Я иду на выборы, а вы решайте для себя сами.